Вот мы с вами говорили о кремнии, о том, что с его помощью можно вылечить псориаз. Тигран как раз говорил, что он сделал специальную мазь на основе кремния. И что есть люди, которые излечились. И вот мы как раз подобрали такого человека, его зовут Сергей, который пользовался мазью Тиграна. И значит, вот я приведу вам еще снимки, что было, что стало. То есть человек действительно исцелился или начал, по крайней мере, исцеляться от этого заболевания. Но сейчас еще мы спросим у самого Сережи. Вот. Тигран дополнит это, то есть кремний в данном случае работает. Да, Геннадий Петрович, я хочу сделать маленькое дополнение все-таки к той нашей предыдущей беседе, с вашего разрешения. Предыдущая наша беседа заключалась в том, что встал вопрос о пользе кремния. Вот я сегодня хочу ответить более четко. Нет понятия пользы кремния. Это можно говорить о пользе кислорода. Он нужен нам просто. Мы его не должны говорить, мы должны его просто думать о том, как, из каких источников его пополнять, друзья мои. Источники пополнения мы выясняли. Продуктов питания. Но это очень мало. И поэтому стал вопрос, как бы сделать это более профессионально, более самое. Источник пополнения создало лекарство. Лекарства, естественно, пользуются люди. Люди, которые могут оставить свой отзыв. Люди хотят его оставить, но извините за то, что не готовы они к видеопостановке. Они могут только рассказать аудио. Ничего страшного. Ничего страшного, я думаю, потому что слово есть такое. Доверие Геннадию Петровичу, я думаю, должно быть. Фотографии приложим. Сережа, расскажите. Вот расскажите, вот лично мне интересует следующее. А когда это началось у вас? Когда вы заболели псориазом? Ну, скажем так, псориазом я заболел очень давно. Оно... Как правило, заболевание передается по генной линии. Вот. И в плане того, что до этого ну, накладывается тот момент нервность работы и нервы, и все такое. И это заболевание у меня уже, наверное, лет 10 это точно. Слушай, Сереж, я буду задавать вопросы, чтобы как у нас четко линия выстроилась. Вот говоришь по генной, но ты так понял, по родовой линии. То есть кто-то в семье из родителей болели псориазом? Болел, отец. Болели, да? Отец. Ага, отец болел. А помимо этого, он чем еще болел? Какими заболеваниями? Были у него там вообще там прыщи, фурункулы, там какая-то там эта самая герпес на губах, вот вспомнили, расстройство кишечника там. Герпес был, и ну, в конце у него была онкология. И в конце онкология была. То есть герпес был, заметил, да, герпес был, онкология стала. Ага. Слушай, Сереж, а теперь, вот ты сказал, давно это. А, вот смотри, вот ты родился и примерно заметил, в каком возрасте, что вот у тебя начал проявляться псориаз. К 30 годам где-то. К 30 годам. Слушай, а теперь... Ну, плюс-минус. Вот... Ага, плюс-минус. Точно я время уже... А сейчас могу. Сколько? Сейчас 43. 43. А теперь вот такой вопрос. Я не зря спросил, вот чем болел отец. А вот какие еще у тебя были заболевания до того, как проявился псориаз? Лука, герпес, там прыщи, расстройство кишечника, суставы, простуды, ну, ангины или что-то такое. Вот особенно что часто? Часто герпес, это по крайней мере при, скажем так, ну, сквозняке или что, скажем, вот, это... На губах? Да. Верхняя губа, нижняя губа, это, как правило, осень-весна. Осень. Сырость, холод, и сразу оно мгновенно выдается именно на губах. А как кишечник у тебя работает? К
кишечник работает нормально, но иногда бывает, конечно, сбои, диарея, в плане того, что, ну, опять же, это все выражается в пище. Допустим, если питаюсь, то есть дома, то, как говорится, это без проблем. Вот. А когда, вот, допустим, выехал где-то в общественных местах, тогда, ну, где, допустим, ну, может быть, не свежая еда, или, допустим, еда, которая постояла там день-два, вот, у меня реагирует сразу, ну, практически, вот. А, слушай, Сережа, еще такой вопрос я упустил. А у твоего отца были грибки на пальцах? Или какие-то вот на коже, грибки на пальцах там были, не было? Ну, это я точно вам сказать не могу, не могу утверждать. У тебя? У меня нет. Нету, да? У тебя нет. Слушай, и вот, значит, в 30 лет примерно ты, где-то проявилось у тебя вот этот вот? Это проявилось на теле, вот. Локти, колени, где? Локти, на ногах, было на теле, сейчас тело чистое, вот, ни единого, ничего нет. Вот, оно сначала было сезонное. То есть он, псориаз, выходил, как правило, зимой. Зимой. Зимой ближе. А в каком месяце? Ближе, ну, к весне. Ну, допустим, январь, февраль, март. Где-то вот в этом промежутке. После чего я пользовался мазями, но мази, опять же, они не гормональные, они чисто временно убивали. Сейчас, Сереж, мы для себя уясним. Значит, появился в 30 лет, естественно, ну, сказал, спина, там, локти, колени, обратился к врачам. Да. Значит, мази, так врачи, далее. Врачи сказали, это заболевание неизлечимое, оно носит сезонный характер или постоянный характер, и полностью не вылечится, скажем так, и... сказали, все это временно. Да, все это временно. Временно ремиссия будет наступать и появляться снова. Я понял. После чего я вот хотел заметить, у меня попадало так, что, ну, каждый год оно было высыпание, и у меня по роду деятельности работы я попадал на Черное море, для, ну, как там, командировки были, работа была. Да. Вот. И в течение, допустим, недели полторы, что я находился на море, ну, у меня, в общем, получался месяц, вот, полторы недели у меня все очищалось. После чего, ну, вот это продолжалось несколько лет, я опять же не помню, когда, сколько, что. Вот. И после этого у меня перешло это на постоянную. То есть бляшки у меня стали, они присутствовали и летом, и зимой. И уже море не помогало? Море не помогало, оно чисто давало, так скажем, временное. И, допустим, при пригасании бляшек, но они были, Вот. Сейчас у меня дело в том, что я ушел на пенсию, времени стало больше уделять своему здоровью. Вот. Я последние года 4 конкретно занялся проблемой псориаза. Но опять же, заняться одно, проблема псориаза, она такая, скажем, многогранная. Допустим, врачи говорят, нельзя курить, нельзя, допустим, там на праздники выпивать спиртное, это все понятно. Но все живые люди. Без этого, ну, ладно, я понимаю, от сигарет можно избавиться от этого. Но, допустим, компания или что, ты все равно так или иначе можешь выпить, можешь все. Ну, просто отказать себе во всем. Просто. И после этого обострялось или нет?
У меня, допустим, на курение и на алкоголь не обостряется. Он не обостряется, потому что я когда лежал в больнице, общался с другими людьми, у многих на алкоголь, на табак он обостряется. У меня он находился в одной паре. Вот. И после чего... А вот если перенервничаешь, там они не говорили, что вот человек перенервничал, там расстроился, что-то там такое... И высыпало, не высыпало, нет, такое нет, эмоциональная составляющая. Лично у меня этого нет. А у других они не говорили? Каждый человек индивидуален. У некоторых людей, которые перенервничают или что-то такое, иногда выстреливают. У некоторых после алкоголя выстреливают. У некоторых выстреливают после сигарет. Вот, и что я хотел заметить. Последние года 4 я просто стал сильно заниматься. В плане того, что, ну, опять же, заниматься мы где можем? Мы можем лечиться в обычной больнице. Больница, как правило, весна и осень. Я каждый год ложился в больницу на дневной стационар, где мне делали капельницу. Поскольку срок ложился? Так, где-то... Дней 15 где-то. Это платная процедура, нет? Нет, ну это что, это что да? Нам дает наша медицина. Ага. Вот. Скажем. Делали капельницы. Делали капельницы, делали уколы витамины. Угу. И была назначена гормональная мазь. Опять же, я не буду озвучивать какая, просто гормональной мази. А капельница, что она это? Роль ее? Что капали? Название не помню. Сказать. Название не помню. А действие, она там очищала кровь или что, ну, там, что, ну, она делала? Типа, как поясняли, она снимает воспаление и все такое. Угу. Вот. По этому лечению, да, наступал небольшой спад, небольшое все, но все бляшки, скажем так, оставалось на месте. Все это было и есть. Слушай, вот ты сказал, было воспаление, якобы это снимает воспаление. А ты сам чувствовал какое-то воспаление там, суставы, вот как бы, просто кожа и все? Или дальше ты почувствовал, что что-то там с суставами творится, с внутренними органами творится? С суставами, конечно, творится. Они, ну, уже, скажем так, возраст такой, они и подхрустывают. И, скажем, иногда бывают боли в суставах и все вытекающие последствия из этого. А вот это можно связать с обострением псориаза или нет? Ну, я точно утверждать не могу. Смысл в чем, что вполне возможно, может быть это, потому что оно, как говорится, высыпание происходит и на суставных частях, что скорее всего. То есть, как бы сказать, вот смотри, был там герпес, потихонечку, значит, вот этот герпес и так далее, или вообще там этот псориаз так как-то видоизменяется, типа там герпес, потом этот герпес начинается, вот виды псориаза, и в конце концов это начинает выливаться в том, что и на коже, и в суставы, и все там начинает внутри разваливаться. Вот с кем ты общался, с больными, которые уже там запущены какие-то стадии, а вот они так не делились тем, что у них помимо неприятностей на коже что-то там? Ну, опять же, жалобы были на суставы, на боль в позвоночнике, ну и, допустим, взять все суставы, говорили, что это все болит, и, ну, и расхаживаться с утра. Идет по суставам, да? С утра очень проблемно. А кишечник как у них работал? На кишечник не жаловались? За это... Разговор не доходил. Не доходил, да. Но если что-то было, они, короче, тогда жаловались бы, да? Ага, ясно. Значит, так уже продлилось псориаз у тебя был тогда, грубо говоря, вот когда начал лечиться, применять вот это средство Тиграна, мазь? Внутрь или наружно? Как ты его принимал? Я его принимал... мазь, масло это вовнутрь, то есть по
схеме Тиграна один раз в день. То есть чайная ложечка этого средства и все. Вот. Курс. Курс. И наружные втирания. Да, и наружные втирания. То есть получается одна чайная ложка и вечером я эту масло втирал вот, на поврежденном участке тела, то есть где находится бляшка. Вот. Спустя неделю приехал Тигран, мы посмотрели, он осмотрел, и мне самому было видно, что бляшки стали явно терять цвет и сужаться в размерах. Вот. Посоветовавшись с Тиграном, мы решили, точнее, он мне сказал сделать прием лекарства утро-вечер и точно так же тирать мазь. Вот. Сейчас на данный момент прошло 2,5 недели с того момента, когда мы начали с Тиграном прием лекарства. Ну, по фотографиям приложу, я думаю, будет очевидно видно, что оставались ореолы и ореолы, кожа выравнивается и все это тухнет, притухает. Все, да, Сережа, спасибо. Что ты бы добавил? Вот что твое мнение, вот как-то там, вот у каждого человека, который что-то прошел, у него что-то свое есть. Ну, вот что бы добавил? Чисто мое мнение, что лекарство, оно работает. За всех людей я ответить, конечно, не могу, но мне оно помогает. Оно помогает, оно реально работает, я это вижу на себе. А теперь вот по самому заболеванию, вот как бы, знаешь, вот, человек, который болеет, вот он рассуждает, ё-моё, вот как, что делать, что, откуда, что-то там такое. Тоже какое-то мнение свое возникает? Мнение возникает такое, что оно, по крайней мере, реально работает, и мне лично нравится. Я, принимая это масло, мазь, как это назвать правильно, я себя лучше чувствую, это без преувеличения. Все равно, скажем так, при нашей повседневной жизни мы сейчас мало двигаемся, сейчас машины, все такое, человек стал мало менее подвижен. Скажем так, у меня, да, болели суставы, мне сейчас вот намного легче. Раньше было то плечо побаливает, то это. Иногда приходилось делать физио. Сейчас я пока этого не чувствую. Ничего у меня этого на данный момент нет. А вот если бы вот отбросить вот лекарства, вот если бы ничего не было, вот какие, так сказать, вот, или глядя на тех людей, которых вот это вот лечится, вот, ну, я не хочу сказать, что вот когда смотришь на человека, и у тебя примерно такое заболевание, и у тебя только началось, а у того ты видишь, думаешь, ё-моё, и никто ничего не помогает, и как-то вот какие-то такие мысли, ассоциации, что-то такое было. Ну, как сказать? Что какой-то тупик нафиг. Тупик, да, но опять же, человек может помочь себе только сам, и все. Это я вот благодарен, что я встретил Тиграна. Мне это, да, лично мне это реально помогло. Я благодарен этому человеку. В плане того, что есть такое лекарство, есть такое это. Пусть он развивается, дай бог, как говорится, ему здоровье. Вот. Я буду продолжать лечиться, что было. Что на данный момент спустя 2,5 недели и что будет дальше, я фотографии приложу, будем контактировать, не вопрос. То есть вот до этого, значит, ты лечился сколько? Примерно 15 лет? Ну там 15 лет и толку никакого. Когда лечился, когда не лечился, я просто вот последние 4-5 лет взялся основательно, выбрал для себя время. Весна, осень, я ходил, четко прокапывался, пользовался мазями, что мне назначали, но опять же, все это выполнял, мази, естественно, что давали, где я лечился,
это одно, оно, ну, скажем так, не сильно помогало. Спрашиваю, что лучше, говорят, у то все там, допустим, лекарства, которые ну, приобретал в этом, ну, мне такого эффекта они не давали. Я разными лекарствами, мазями. То есть, Сереж, несмотря на вот это такое скрупулезное лечение, шло прогрессивное ухудшение. Да. А у других, вот, которые принимали там вот эти примерно лекарства, у них тоже что-то улучшалось? Или они так это вот и тоже и лечились, десятилетиями? Ну, скажу так. Чисто откровенно. Чисто откровенно. Вот те люди... Кто-нибудь вылечился, вот, то, что предлагали эти? Ну, я отвечу так, ага. Что те люди, которые лечили со мной, я их вижу уже на протяжении 5 лет, вместе со мной также продолжает лечиться. То есть никакого толка. Хорошо, спасибо, Тигран. Но теперь подведи резюме, скажи свое слово. И... Да, спасибо. Ну, волей судьбы мы встречаемся с пациентом, скажем так. Пациент это страдалец. Да. В переводе. Живем мы здесь в одном городе, естественно, здесь легче общаться нам, потому что зона доверия намного больше, чем кто-то где-то там, вот, допустим, вот ваш зритель смотрит, думает, да кто там, кто такие, вообще непонятно, что он там, что за масло, что... А вот с ними полегче, почему? Потому что, я понимаю, гложет сомнения, тут, видишь ли, никакая медицина ничего не может сделать, а тут появляется, который говорит, что есть польза. Но когда общаешься уже здесь на месте, намного легче. Уже человек тебя знает. То есть я бы хотел бы... Я сейчас о зоне доверия, извините. Хорошо, о зоне доверия. Я хотел бы тут вот, я вот выслушал, да, и у меня создалось такое мнение. Вот Тигран, будем говорить, он посмотрел в суть проблемы и нашел, как бы сказать, вот корень ее, а именно... Значит, нехватка кремния, которая порождает то, что иммунная система слабеет, и, естественно, то, что мы нахватались от своих родителей по жизни, оно постепенно начинает, так сказать, проявляться и прогрессировать. И медицинское лечение, которое было вот это, прокапали, снять воспаление. Ну что, что сняли воспаление, а дальше-то борьбы с теми микробами, как бы сказать, нету, да? Гормональная мазь тоже что-то местно там действует, что-то да, она работает местно, да. Но существенного того причинного механизма, что работает на разрушение вот этого, вот, грубо говоря, вот эта инфекция герпеса, вот это вот, то, что это псориаз вызывает и так далее, то есть на это не направлено. И как бы получилось, немножечко мы его подавили, вроде все, а, здоров, ушел. А он опять только раз и далее это все... Идет, как бы сказать, вот такие вот, сейчас, ну, будем говорить, эра вот этих вот вяло текущих инфекций, когда нету температуры и так далее, а человека, тем не менее, вот как, знаете, ствол дерева вот это вот съедает грибов. Он постепенно начинает там только раз, грубо говоря, сначала что-то одно. Потом, ну, допустим, высыпание там на коже, ну ладно, смирился, но дальше идут суставы, дальше за суставами там, возможно, идут сосуды, и все, и человек этот самый, и в конце концов, вот как вот, и заканчивается онкология, то есть цепочка прослеживается, ее надо рубить на корню, то есть укреплять сейчас действительно. Очень, как говорится, вовремя появился. Стадии лечения, потому что если вы отслеживаете судьбу, вы вспоминаете постоянно его отца, правильно? Да, Сергея отца. Да. Значит, вы как человек, скажем так, уже в теме, вы понимаете, что какой-то перспективы, эта болезнь рано или поздно, но нету одной болезни как таковой по сути, псориаз. Что такое псориаз? Это, как и все остальное, дисбаланс кремния и паразитарное съедение, скажем так, человека, вот один в один. Вот он корень. Все вы ищете корень. Это я не к вам обращаюсь, Геннадий Петрович. Я обращаюсь вот в камеру. Все вы ищете корень. Да, мало кто ищет корень, их нафиг. Рецепты побегу. Дисбаланс приводит к тому, что паразитарное развитие идет. Вот оттуда и сосуды.
Вот оттуда, или там ноги болят. Слушай, я сейчас это как раз поймался на мысли, Сигран. То есть, возможно, никакого бы дисбаланса кремния не было бы. Но, как ты интересно заметил тогда, что его интенсивно съедают паразиты. То есть те паразитарные инфекции, которые у нас есть, они бы, если бы их не было, мы нормально и жили. Но так однозначно, как они есть, они его убрали. И паразиты, дали. Чтобы ваш зритель не путал, это не только глисты. Там да, есть ясно, плесень, ясно. Тоже плесень. Под грибок. Пенициллиум называется плесень. Да. Понимаете? Вот как побороть их непоборимых? Только кремниевыми, извините меня, микстурами. И больше ничем. Никакими антибиотиками, дорогие мои. Антибиотиками вы только усугубите ситуацию. То есть грибковую флору вырастят. У этого паразита, как вы называете, паразита всех паразитов, тоже пенициллиум, к примеру, да? Они до того умны, что они могут прикрываться живыми клетками. И во время обследования будет обследование показать, что вы абсолютно здоровы. А ядро, допустим, будет находиться закрытое. Ясно. Слушай, а я это самое в борьбе этот керосин применяю. То есть и тут получается, как бы сказать. Очень умно, кстати. Керосин это непосредственно на вот эту всю эту. Почему я керосин применяю? Я считаю, что вот как дерево, которое упало, его грибки сожрали, ну, буквально таки за год, да? И то же дерево. С него сделали шпалу, пропитали нафиг, и оно никто его не жрет. Да. То есть я по этому пути. А если добавить, значит, кремний, то не надо уже будет столько там, допустим, керосина или еще каких-то таких противопаразитарных. Комбинаций. А надо просто жизненность. Комбинация, и вошло это лекарство. Угу. То есть, по сути, свое, допустим, кремниевые ванны, о чем вы говорили, да, купили. Угу. Очень здорово. Отдельно керосин. Очень здорово. А как все это соединить совместно? Вот тут и вот это сработала мысль. Потому что в моем составе тоже есть алифатический ряд. Без него никуда, углеводородов, никуда вы не денетесь. Живица. То есть живица-то это вещество природное, которое защищает елки-палки от того, чтобы их не сожрали те же грибки, те же бактерии, которых вот тут я только что сегодня проходил. Вот его дерево я увидел, я подошел нарочно к нему и посмотрел. И вос внутри сожрал. Да, грибок. Оно вроде крепкое, да? Да. Буря была, все упало. Все, что еще добавите? Отличная беседа. Отлично. Я хочу только одно. Во-первых, спасибо, что вы есть. Спасибо Сергею, что согласился на аудио, хотя бы аудио. Беседы, понимаете? Вот честь и хвала вам, я не просто так нахваливаю, но все-таки кто-то должен людям выносить вот эту зацепочку. Ладно, мое лекарство, придумайте свое лекарство, я не против. Мы уже подсказку сделали, кремниевые ванны, тоже керосин. Да слейте их в одно ведро и пейте, или что-то делайте, понимаете? Чего-то надо делать с нацией, пусть Россия живет и процветает. И еще последнее, все-таки хочу с вашего разрешения, Геннадий Петрович, извините. Должны как-то с доверием относиться все-таки к нашим беседам. Потому что, как комментарий, вот пришел армянин и дурит наших мужичков. Но он просто, он даже не, он наивен до того, что даже я вот читал и смеялся. Нет, каждый человек, конечно, на каждой ступени развития находится. И он в соответствии с этой ступенью что-то берет свое. Поэтому все нормально. Мы, по крайней мере, да нет, мы не в обиде, делаем дело, которое нам нравится. Выкладываем, пожалуйста, пользуйтесь. Вот и все. Да. Доброго вам здоровья, до новых встреч. До свидания. Будьте здоровы и счастливы. Все будет хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!